пропаганда продолжает утверждать, что Навальный был забыт, никому не нужен, никому не интересен, и что убивать его было совершенно невыгодно, тем более сейчас. Но и Лебедя было невыгодно убивать, и Рохлина было невыгодно убивать, и Политковского, и Литвиненко, и Магнитского, и Пригожина было невыгодно убивать. Всех было невыгодно убивать, и тем не менее их всех убили.